Авторадио. Друзья, приветствую. Наверное, каждый россиянин знает фразу «Какая гадость!» «Какая гадость!» – это ваша заливная рыба. Вот чтобы подобные фразы не омрачали ваш новогодний праздник, предлагаю заливную рыбу не готовить, а готовить что-то другое. Что именно, какая закуска точно произведет фурор, знает Евгений Трубицын, шеф-повар банкетного зала «Форм-холла». Евгений, что мы будем готовить? Мы сегодня будем готовить язычки по-креольски. Для этого мы берем что? Язычки ягненка. Я их предварительно уже сварил. Но они продаются в сыром виде. Да, в сыром виде. Сварить, почистить и обработать от, скажем так, от пленочек, от всего остального, что лишнее будет у нас, мешать. Что еще у нас идет для приготовления? Артишоки. Они уже консервированные, тоже продаются в баночках. Груша и виноград. Они больше, я бы сказал, даже для декора какого-то, но в то же время... Они придают аромат, да, и вкус этому блюду. Артишоков мы используем две штучки. Грушу я буду брать все-таки одну. Винограды нужно будет, наверное, на примере веточки. Так, что мы берем для начала? Языки. Значит, нам их нужно порезать всего лишь навсего вдоль. Возьмем масло. Берем масло. Масло какое? Да. Растительное. Растительное масло. Сколько нам его нужно? Его нужно совсем немного, около 100 грамм. Мы почистим одну грушу. Даже половину. Сковородка у нас уже готова. Сейчас мы добавим туда масло. И бросаем сразу. Ой! И туда же идут язычки. Как долго мы будем обжаривать? Немножко, совсем немножко, совсем чуть-чуть. До образования, видите, золотистого оттенка. Мы берем виноград. Виноград. Я сейчас сниму одну перчатку, потому что, к сожалению, в перчатке зажечь коньяк будет очень сложно. А мы еще и зажигаем коньяк. О, боже! И теперь маринованные артишоки мы добавляем уже практически остывшая сковородка, потому что им термическая обработка сильно не нужна. Все мы опять смешиваем и оставляем на уже выключенной плите. До полного практически остывания. Теперь мы взяли сахар, песок, самый 10 обыкновенный. 10 грамм, самый обыкновенный. Теперь мы берем укроп, обычный укроп, пучок укропа, очень миленько-миленько нарезаем и тоже сверху посыпаем. Тарелочку выбираем, приборы. Берем для декора выпаренный бальзамический уксус и, конечно же, топпинг. Лучше всего будет сочетаться ягодный топпинг. Давайте пробовать. Давайте. Надеюсь, эти рецепты вам помогут на праздничном столе показать всю вашу хозяйственность и умение воспользоваться всем для того, чтобы украсить стол и помочь гостям ощутить этот праздник. Авторадио.